Друзья, всем большой привет! Новость дня. Я осталась без машины. Он Герда сзади провожает. Осталась без машины. Машину поставили на ремонт, поэтому я пешеход. В общем, сейчас 2 часа дня. Бегу на процедуру окрашивания бровей. Сейчас мне покрасят бровки. Буду красивая. Поэтому у меня сейчас 35 минут ходьбы, пешей прогулки, чему я несказанно рада. Сделаю бровки, покажу вам. И вечером у нас запланирована покупка моей новой курточки. Это громко сказано. Если выберу что-то, если понравится, гляньте, идет со мной. Герда, я не на машине, я пешком. Она всегда на машине меня провожает. Ой, погода огонь, смотрите, солнце. Супер. Тихо так, слегка морозно. В общем, иду. Хочу вам показать свой зимний пуховик. Покупали его в прошлом году. Теплый, красивый, но чуть-чуть надоел. Поэтому планирую присмотреть себе недорогую, ну, новую курточку. Обновить, так сказать, гардероб. Еще сегодня на работе сидела, думала, приняла решение. Ограничу себя в кофе, так как всем известный факт, что кофе сильно обезвоживает организм. А у девушек это сразу видно на коже лица, когда организм обезвожен. Поэтому вот эту привычку типа кофеечек, капучино и все подобное нафиг. Оставляю право себе с утра одну чашечку кофе. Все. В течение дня никаких капучино, никаких американо, ничего. Беру себе срок на месяц, потом посмотрю по состоянию на результат кожи. И сделаю определенные для себя выводы. Потому что вот эта привычка кофе, 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 где-то бываешь кофе, что-то перекусить кофе. В общем, это не есть хорошо. Этот факт уже никому, всем известен. Поэтому у меня уже какая-то аллергия пошла, даже психологическая, на это кофе. Что ты как зависимый человек, прям без кофе не можешь. Сахар тоже так 50%. Хочу на 50% снизить. И еще немаловажный пункт, который я себе дописала, это ложиться спать 10, самое максимум 10:30 вечера. И вставать 7:00. Потому что сидишь до 12 ночи, до 12:30, утром встаешь. Тебе вообще не хочется ни на работу, ни цели достигать. Ну, в общем, как амеба какая-то. Поэтому беру себя в руки, вожу себя опять на месяц в режим дисциплины. Вот убираю кофе, регулирую свой сон. Вот важно прям с 10 до 10:30 лечь спать. И зарядка 10 минут. Утром, вечером, днем, неважно, на работе, дома, где угодно. Зарядка минимум 10 минут. Ну вот, потому что, когда себя держишь в руках, состояние хорошее, когда даешь себе послабление, все, пиши пропало. Самое главное в этом всем не резко это дело все бросать, потому что 100% будет срыв. Я сорвусь, и это я уже проходила. Поэтому пока я оставляю одну чашечку кофе, это с утра. В течение дня никакого кофе. Чтобы не было такой тяги, то надо какую-то замену дать. Либо купить себе вкусный-вкусный чай какой-то, либо, я не знаю, там разнообразить фруктами. Ну, то есть что-то заменить. Вместо кофе что заменить? И вот придумаю себе, что я готова кушать или пить вместо кофе. Либо вкусный какао, либо вкусный-вкусный чай, либо какой-то напиток. Ну, то есть
что-то заменить однозначно. Поэтому точно не резко, точно не быстро, потому что сорвусь. Повторяюсь, я уже это проходила. В общем, вот такое себе придумала сегодня. Срок на месяц. Буду делать. Я уже почти дошла. Вот этот салон Blossom называется у нас в городе Новомосковск. Сейчас я сделаю процедурку и покажу вам результат. Такой красивый, яркий, женственный салон. Как Брежнев. Ничего, она смоется. Капец. Так оставить можно, да? Видеть людей пугать. Все. Сделали. Эффект первый день, конечно, будет такое себе. На следующий день чуть-чуть смоется. Будет все отлично. Все, идем дальше. Трудные подростки. Привет. Трудные подростки. Здрасте. Здрасте, да? Привет. Да. Ты сама идешь с Дашей? Привет. С Дашей? Пошли. Здрасте. Привет, трудные подростки. Шапка где твоя? Я без шапки. А? Да, да, звони. Одевай капюшон. С телефоном. Сейчас. А что это такое? Это он упал. Ты всеми силами хочешь новые просто, я, да? Я нечаянно, он просто с портфеля упал. Так, папа пошлите домой. Папа уже знает? Да. Где ваша шапка? Я крестную с утра видела. Гляньте, красавица. Ты брови сделала. Да, я сделала только с этого салона. Ой, красавица, где ваши шапки? Мы без шапок ходим. Одевайте капюшоны. Так, я уже дома. Мама убежала, она. Звезда у нас не снимается. Смотрите, какие варенички мамы Липы. Ну, у нас мировая мама. Мама. Не хочешь снимать? Итак. Чура не было. Тихий семейный вечер. Александр, посмотри в камеру. Шо? Весь мир смотрит на тебя, а ты посмотри на мир. Новость-то какая? Новость какая? Звездная собака набрала 2000 просмотров. Собака поможет мне набрать подписчиков. Да, собачечка моя, моя красивая, носатая. Пасочки. А ты? А ты? А ты? Будешь, я, наверное, еще специально я? Буду. Да, буду. А ты за меня рад? За 2000 что? Просмотров на моем видео. Не знаю. А ты рада? Тебе? В смысле, за что это? Если бы еще помогали мне это. Сосиски нравятся? Котлетки, Саша, еще чура, чем позавчура кончилась. Уже нема их. Ты уже сам как котлетка. А чому рибу не їсти? А ви ж не ставите її. Ура! Ти свої ролики, я не ставити її. Тобі ще з холодильника достати, чи що? Вона холодна. Ну так а чому її не їсти? Розогріть, ні? А ти знаєш, що я вирішила, що я не хочу мікроволновку? Да вредная, шо? Да. Будем в духовке разогревать. Да ты что? Ты поняла? Нет, она вредная. Будем в микроволновку. Нет, надо в духовке разогревать. Звездная собачка. Звездная собачка. На сковородке разогревать. Так что все. Надо новый телефон. Твоя карьера и закончилась. Ютубе. Давай меняться. Папу еще оставляем. Работа. Аня, ты будешь сниматься в моих видео? Конечно. Да, бабушка не снимается, она за кадром всегда. Ты у меня сейчас, мама. Давай меняться, мама. Бабушка чем? Та, кто остается в тени. Мам, давай телефонами меняться. Бабушка остается в тени. Джессика, мама. Звезда. А. Телефонами давай меняться. Нет, конечно. Давай меняться. Кто не в курсе, посмотрите мое последнее видео про собачку. Там 2000 просмотров. Вот так новость. Что такое? Дай папе поесть. Ну, я рад, что надо. Аня, ты не так просишь папу о новом телефоне. Ты что, снимаешься? Да. Дай ему время, он поест. И шо? И уйдет. У него эндорфины пойдут в голову. Ты даже не знаешь, что ты хочешь. Вот именно. Сметана есть? Да. Так. Солнечко, да. Ты закончил трапезу? Нет. Мы едем по новую курточку? Идем. А, идем, извини. Мы же без машины. А что, кстати, с машиной? Когда она вернется? Ну, кажем, він зробить сегодня, только цепить буде. Ну, завтра заберем, да? Наверное. А, ну, сегодня никто не будет ее забирать. Зачем она? Зачем она надо? Зачем она? Давай, ускоряйся и пошли
на прогулку. Пошли.